Мы сейчас видим, как выползают погреться крабы на Тенерифе. И просто, да, видишь. Они больше нашей ладони. Да, они такие, как ладонь руки, вот такие, по размеру даже больше. Вон, смотри, сколько их ползет. Ползут и ползут и ползут. И ползут и ползут. И прямо сюда вот ползут. Вот. О, а с этой стороны, о, вот они где. Глянь, вот тут вот прямо вот они. Смотри, какой огромный, с красными лапками, щупальца красные. Да, 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 да. Больше твоей ладони. Да, 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 да. Вот чем славится Тенерифе. Крабами они здесь ползут и доползают прямо в магазины. И в магазинах они там уже, конечно, не могут так поползать. Но, тем не менее, вкусные. Вон там их сколько. Вот он их сколько там. Вот это крабы. Вот они. Вот тут они ловятся. Тут они ловятся. Кому интересно половить крабов, я приглашаю вот сюда, в Адехе, Тенерифе. И здесь можно с удовольствием, да не только крабов половить, а все, что хочешь. Тут рыбы полно всякой интересной. Такие бухточки интересные. Купаться приятно. Температура воды 20-24 круглый год. Интересно? Вообще. Во всяком случае, тогда, когда мы были, всегда такая температура. Приглашаю на Тенерифе. Прелесть.